O nouă secție pentru tratarea pacienților a fost deschisă la Institutul Oncologic din Capitală. Pentru modernizarea blocului au fost utilizate 25 de milioane de lei. Cel mai mult s-a investit în reabilitarea sistemului de ventilare, care va permite reducerea timpului de dezinfectare a sărilor după operații. Iar asta înseamnă că vor putea fi supuși intervențiilor mai mulți pacienți. Позади меня находятся 8 новых операционных, обустроенных по последнему слову техники. Свет, мебель, оборудование. Здесь есть даже специально обустроенная система кондиционирования. В общем, все для того, чтобы пациент был в безопасности, а врачей ничего не отвлекало от их главной задачи – спасения жизни людей. В неделю здесь проводится до 200 хирургических вмешательств. Pe mesele de operație pot ajunge în același timp până la 8 persoane care au diferite tumori. Практически в этих операционных оперируются все больные, любой локализации злокачественной опухоли, поэтому это, так как эти операционные, они мультифункциональные. То есть каждый операционный, в любой из этих операционных, можем проводить операции на любых органах, начиная с опухолей в области головы, шеи и заканчивая опухолями грудной клетки, брюшной полости. Lucrul a devenit mai ușor și datorită noului sistem de ventilare instalat conform normelor europene. В операционных установлена новая система вентиляции, снабженная бактерицидными фильтрами. В этих операционных оборудована система эвакуации газов, медицинских газов, что позволит выполнять операции под ингаляционной анестезией. Fiecare sală unde se fac intervenții chirurgicale este dotată cu propriul sistem de ventilare, iar ușile sălilor de operație se închid și se deschid automat și ermetic, ceea ce permite ca încăperea să rămână sterilă. Промежуток времени между операциями будет сокращен до минимума. Если в старых операционных необходимо было проводить санобработку после каждой операции, которая длилась час-полтора, в новых операционных, которые соблюдаются все правила стерильности и все вот это вот, этот промежуток времени уже нет необходимости соблюдать, поэтому операции будут идти практически нон-стоп. În noua secție au fost instruite toate echipele de medici, iar metodele de folosire a noilor posibilități au fost însușite foarte repede. Ну, естественно, ждали мы долго, чтобы получить вот такой операционный блок красивый уже, европейский, соответствующий всем нормам хороших клиник. Мы рады, очень рады, естественно, наши пациенты имеют такие условия, даже с большим удовольствием уже идут на операцию. Хочу добавить только слова благодарности нашей администрации, что нашли возможности переоборудовать наш блок, и, естественно, желаем, чтобы все остальные блоки наши были также переоборудованы. Anual în instituție sunt efectuate aproximativ 10.000 de operații. Până la sfârșitul anului, Institutul Oncologic planifică reutilarea a încă 8 săli de operații. În blocurile noi, intervențiile au fost reluate la începutul lunii ianuarie. Până acum aici au fost efectuate deja peste 700 de intervenții chirurgicale.